совсем не важно, сухо или влажно, за окном на улице сейчас. Солнце греет город или лютый холод, главное, что здесь я вижу вас. Мы сегодня вместе в этом чудном месте, чтобы отдохнуть от суеты. И о нашей встрече в этот вечер я хочу, чтоб не забыли вы. Добрый вечер, господа, господа и дамы, Борсла, Гудим, Нимбо, Насера, Эректо. Мы, поверьте, рады вам, как ребенок маме, будем вместе петь за жизнь и брать. Если песню кто-то не запомнит с лету, мы ее готовы повторить. С песенкой шагая, все, конечно, знают, будет легче строить нам и жить. Ну а кто без слуха, тут уж дело глух, пусть запоминает лишь слова. И о нашей встрече в этот вечер вы не забывайте никогда. Добрый вечер, господа, господа и дамы, Бонсуар, гуд ивнинг, бонасера, эректо. Мы, поверьте, рады вам, как ребенок маме, будем вместе петь за жизнь и брать любовь. Ну что ж, друзья, хочу представить всем, кто будет сегодня рады вас в этот вечер. Виновник сегодняшнего торжества Александр Адмирал. Прошу, в помощь к нему приехали. Город Москва, Андрей Жайворонков. Также наш любимый замкадыш Ростислав Поспелов. Легенда жанра Андрей Большеохтинский. И как Дробыш сказал, Валера Горыныч. Добрый вечер, господа, господа и дамы. Бонсуар, гуд ивнинг, бонасера, эректо. Мы, поверьте, рады вам, как ребенок маме, будем вместе петь за жизнь и брать любовь. Добрый вечер, господа, господа и дамы. Бонсуар, гуд ивнинг, бонасера, эректо. Мы, поверьте, рады вам, как ребенок маме, будем вместе петь за жизнь и брать любовь. Будем вместе петь за жизнь и брать любовь. Будем вместе петь за жизнь и про любовь. Вот так. Спасибо, друзья, очень люблю Петербург. Вы немножко заболели, приболевшим, но приехали из Москвы, потому что люблю публику, люблю город, люблю теплоту вашу. И сейчас хочу предоставить слово руководителю московского бала шансона Татьяна Владимировна Кондрашова. Встречаем, друзья! Мы тут не уходили, остались с нами. Добрый вечер, дорогой город. Добрый вечер, дорогие гости сегодняшнего сольного концерта Александра Адмирала. Мы приехали из Москвы, потому что наш бал, он вообще не то что всемирный, он уже, наверное, по всей земле и, наверное, даже пошел и выше. Поэтому сегодня вместе с сольным концертом выступают те участники московского бала, которые поют на сценах России. И не только России, но и за рубежом. Я желаю вам всем хорошего вечера, прекрасных песен и, самое главное, мира, добра и счастья. С началом праздника! Московский бал шансона в гостях у вас!